сегодня такой прекрасный день. Весенний, посмотрите, какой ветер. Юрий Коротков – один из лидеров анапского движения «Моржей», любители зимнего плавания. По его словам, зимой море лечит не хуже, чем летом. Вода холодная, но не ледяная. Она бодрит организм, особенно в комбинации с особой русской баней, когда на горячие камни льют морскую воду. Горячая, холодная температура, она выздоравливает. Я славилась от ревматизма, я ходить не могла. Александре Ивановне 85 лет. 35 из них она занимается зимним купанием в морской воде. Вода холодная сегодня, но приятно. Я привыкла, поэтому мне вот иногда вода согревает лучше, чем воздух. Тех, кто окунулся впервые, приветствовали специальным сертификатом. Домохозяйка и мать троих детей Ирина Смирнова говорит, что теперь будет всем рекомендовать такой активный отдых. Тело горит. Оно просто вот дышит. Просто оно дышит, это тело. Замечательно. Зимой температура воды в Анапе колеблется от 5 до 12 градусов Цельсия выше нуля. Любители зимнего купания называют такую температуру идеальной для моржевания, не говоря уже о целебных свойствах морской воды. Кроме того, один из безусловных плюсов – весь пляж твой, а через считанные недели уже можно будет загорать.